Всем доброе утро. Мы сегодня немножечко проспали, потому что планировали в 6 уже выехать. А сейчас 7:20 утра, и, собственно, мы только свои манатки закинули в багажник и собираемся выехать. Мы вышли на улицу, и нас ждал сюрприз. Здесь тишина. Закрыто полностью, все забиты, все окна, все двери, все закрыто. Пару машин проезжает изредка. Почему? А потому что, как обычно в арабском мире, пятница. И в пятницу никто абсолютно не работает, ничего не делает. Поэтому сегодня мы до Пешавара доедем спокойно и покажем вам этот пуштунский городок, который находится на границе с Афганистаном. Я не знаю, сейчас спокойно там, неспокойно. Некоторые говорили, что спокойно, некоторые говорили, что нет. А мы приедем, сами посмотрим, насколько там хорошо. И, кстати, с утра не так уж жарко. Я надеюсь, что сегодня 45 нас не замучает. Посмотрим. Погнали дальше. Пешавар, и настолько херовых городов я еще не видел. Здесь просто все разбито, все в хлам. Здесь вот рынок, на котором как раз таки было два теракта, которые показывали по Первому каналу. Это такой город просто, и я не могу передать. Здесь опасность на каждом углу, вот, подстерегает. Здесь дети все с игрушечным оружием ездят. Вот мы уже видели, человек 8 детей с игрушечным оружием. Их с детства приучают к какому-то вот этому вот, я не знаю. Сейчас мы пойдем посмотрим мечеть, потому что в форт нам не получилось попасть. Там, ну, нельзя, вояки стоят и не пускают. Посмотрим, что в мечети и по городу. Не знаю, как будем ночевать здесь. То есть такой неприятный прям городок оставляет какой-то нехороший осадок. Как здесь гулять, пока неизвестно, но будем смотреть. Все спят вокруг. Мы стараемся их не будить, чтобы не привлекать лишнее внимание, потому что на белых в этом городе реагируют очень странно, потому что здесь крайне редко белые бывают. Ощущение, что мы в каком-то квесте, где все зомби лежат, и надо очень тихо ходить, потому что если их разбудишь, они сразу нападут на тебя и съедят твой мозг.
взгляд, а даже не на первый, наверное, и на второй тоже, ощущение, что здесь просто вот тусуются бомжи. То есть они просто спят, ничего не делают, какие-то все неухоженные, сильно неухоженные. Но, по крайней мере, в этой мечети есть плюс, то, что она не новодельная, она сохраняет какой-то вот свой старинный вот этот вот дух, свои традиции. Здесь ты не увидишь туристические какие-то места или что-то, вот, постройки новые, современные. Это вот в своем первобытном виде мечеть. По-моему, интересно. Кажется, тут есть даже кинотеатр. Я не знаю, здесь все нарисованы с автоматами афиши. Пойдем посмотрим, что внутри. Я просто в шоке. В Пакистане они на сцене вдвоем в ушко друг друга целуют. Это какой-то. Я видел до этого трансвеститов двоих, а в Пешаваре на сцене. Во-первых, кинотеатр, это просто я в шоке, конечно. Во-вторых, это в Пешаваре, в стране, где просто за это, без этого даже расстреляют просто. Я в шоке, это для меня что-то новое вообще. Пешаваре. Расскажи мне, что туристу делать в Пешаваре? Нет, ну серьезно, туристы, кроме как гемик. Туристы гомиков ничего не делают в Пешаваре. Только мы сюда приехали. Здесь помойка, здесь срань. Сидит просто человек с автоматом. Я попросил его сфоткать его. Можно, все нормально. Сфоткал чувака с автоматом. То есть сидят с оружием, здесь ходят. Теракты здесь на этом рынке были. Мы сейчас идем на этот рынок, на котором было два теракта. Мы, конечно, не самоубийцы, но мы отчаянные туристы. Не туристы, путешественники. Именно вот так вот ребятки прям с оружием с детства готовятся, не знаю к чему, но они уже
с детства готовы с 5 лет воевать. Пакистан! 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 Ну вот как-то так, пойдем дальше. Я решил попробовать сахарный тростник, я не знаю, насколько это чисто. В общем, не только мы, а пол района решили посмотреть, как я буду пить сахарный тростник. Слушай, достаточно вкусно. Что ты скажешь? Пошла. А мне вкусненько. Very nice. Nice. Очень даже охлаждает жаркую погоду. Мы находимся сейчас именно в том месте, это рынок Исахакани, где были два теракта, где были взрывы, где пострадали люди. Это очень плохо. Я надеюсь, больше такого не повторится. По крайней мере, сейчас мы идем, и здесь все спокойно, дружелюбные люди. Никто не напрягает. Правда, дети бегают с автоматами. Конечно, блин, Пешавар это что-то, это другой мир, абсолютно другой. У них вот примерно вот так вот звучит: пойдем прогуляемся в центр. Вот примерно вот так. Потопчем мусор, ты имел в виду? Да, вот примерно вот. Пойдем в центр прогуляемся. Давай поедим сырую баранину и выкинем голову барана в мусорку нахуй. Мусорку, это ты хорошо сказал, на улицу прям вот, за порог. Вот так, собственно, мы сделали небольшой круг по Пешавару. Ну как небольшой, мы прошли весь центр полностью, весь старый город. Что я могу сказать? Довольно-таки спокойно, тихо, люди вроде как дружелюбные. Ну, кроме шпаны мелкие, которые бегают реально с оружием. И даже пульками попадали мне в голову, в спину. Это очень нехорошо. Посмотрим, что будет дальше в Пешаваре. Пойдемте, я покажу вам номер. Подходи. В Пешаваре у нас оказался вообще самый крутой отель. То есть всего на букинге здесь есть 5 отелей. Из них это почти самый крутой. Есть еще самый крутой, но он какой-то совсем. Но здесь вот все круто. Прям вот кровати, шикарный номер, классно все. И даже по меню можно днем заказать еду в праздник, чего нельзя сделать в других отелях во многих. Вот классная кровать. Короче, нам сказали, что если мы захотим что-то, можно взять по телефону, позвонить на ресепшн и заказать хавчик какой-нибудь, например. Вот, собственно, мы сидим в номере, нам принесли вкуснейшую курочку такую. Выглядит вкусно. Выглядит вкусно, поэтому здесь можно днем кушать в Пешаваре. Все, нам приятного аппетита.
находимся просто вот сейчас на самой центральной улице. Это проспект главный Пешавара. И за моей спиной находится Clock Tower. Это самая такая центральная, прям центральная точка Пешавара. И внимание мы привлекаем уже к себе, я не знаю, миллион глаз на нас. Я прям чувствую, как нас истязают взглядом. Всем интересно, что эти четверо белых здесь делают. Вон тот как закладывает. Давай, давай, давай. Давай, давай. Вы для кого? Давай, давай, я. Ну что, пойдем? Молодец. Thank you. Что, испугал женщин бедных, укутанных? Может быть, здесь вообще женский пол шугается моего аппарата, как не знаю что. Видят мою большую трубу и разбегаются все. В общем, ну как-то жестко здесь женщины. То есть в Пешаваре мужики считают, что они боги, а женщины только прислуга для них. Это несправедливо. Исправляйтесь. Желание взять интервью у некоторых жителей Пешавара, потому что здесь действительно интересные какие-то законы, понятия, вот это все. Но мы столкнулись с тем, что просто в этом городе очень мало кто разговаривает на английском, практически никто. Максимум hello, how are you, и все. Кто-то еще блеснул, так сказать, знаниями, сказал where are you from. А пока не получилось найти, кто сможет ответить на интересующие меня глубокие вопросы в этом городе. You are Pashtun or no? I am Kashmiri. Kashmiri. You know, Mokuzha Kashmiri. You, yes, yes, I know. You born here in Peshawar? Yeah. I born, my father born here. My father born here, me born here. After all people, relative. All your life, you live here? Yes, yes, born here. Tell me, please, how do you think? Peshawar is dangerous city or not for tourists? MashaAllah, sab clear hai. Before 15 years, it was too much terrorism in Peshawar. Yeah. Lot of bombs lost nearby us, nearby market. Lot of terrorism. Okay, and now for tourists is not dangerous. It's Now tourism is so safe. You can go everywhere. You like live here? Or you won't go to Europe or something place? Every person like his own town. We like Pakistan, but there is Pakistan is an underdeveloped country. Mm-hmm. That's why people want to go, majority people want to go to Europe for best opportunity for jobs, for because there is no less opportunity in Pakistan. Mm-hmm. That's why. What is preference, man and woman? Yeah. Who is main? Why? You can tell about this some. Pakistan is Islamic country. Yes, yes. That's why there is huge difference in women and men in everywhere Pakistan. Our Islam religion tell us about to cover a woman, mm-hmm. not to open like a Europe. That's why man is less superior because a woman is just a housewife. Man is, he works outside. That's why man, there is no such a difference in woman and man. What do you want tomorrow from this life? What do you want? Inshallah, we hope Pakistan will be good in future. Uh-huh. Inshallah. Okay. Thank you very much. Thank you. Pakistan is my heart. Pakistan, inshallah. Thank you. Okay. Bye. Goodbye. Thank you.
все решили, мы в Пешаваре попробовать фастфуд. Судя по TripAdvisor, это самый популярный фастфудный ресторан в городе Пешавар. Он самый большой, о нем больше всего отзывов, и у него самая такая нормальная оценка. В действительности, что мы видим? Мы видим большое меню, разнообразие достаточное, цены приемлемые, на вкус не знаю, как сейчас увидим. Очень надеюсь, что будет здесь вкусно. А тем временем уже приходят блюда, и нам принесли чикен-шашлык. Как бы прямо шашлык называется, так шашлык и принесли с рисом. Выглядит аппетитно, сейчас попробуем как. Еще у нас есть шоуми, китайский, какие-то хлебушки с сыром и еще что-то интересное. В общем, приятного нам аппетита. А, кстати, русский салат. Русский салат. Опять. Какая красота, а? Black pepper steak. Выглядит офигенно. Также здесь оказались просто потрясающие напитки на вкус. Это превзошло все мои ожидания. Мы заказали два разных напитка из манго. Это свежевыжатый сок манго. И это был не смузи, а что это? Милкшейк. Нет, не милкшейк даже. Айскрим шейк с манго. И просто и то, и другое настолько густое, сочное, вкусное. Я вам передать не могу. Мне очень понравилось. Я наелся, я сыт. Это недорого, это очень вкусно. Поэтому мы рекомендуем местечко Чеф-бургер в Пешаваре. Доброе утро. Нам с утра принесли завтрак. И в завтраке самое главное, это масала ти, который мы любим. Пакистанский чай, очень вкусный. Ну и, собственно, яйца они как-то по своему воображению готовят. То есть они не спрашивали, принесли просто два яйца вот по-разному приготовлены. Ну, брекфаст скудный, но ничего, зато чай вкусный. Ну что ж, у нас сегодня последний, крайний день ада в Пакистане. Осталось дотерпеть немножко эти сраные дороги, этих водителей ужасных. В общем, у нас сегодня такие переезды. Завтрак в Пешаваре, обед в Исламабаде и ужин в Файзалабаде. Целый день еще. Сейчас поедем в Исламабад, ехать нам 2,5 часа по этому котловану. Вот. А там посмотрим самый крупный торговый центр в Исламабаде. Вроде как популярный. Может, пошопимся там. Дальше пока не знаю, что будем делать. В Файзалабаде у нас еще вечером будет free time. Что-нибудь придумаем. Под солнцем для тебя. Ну на, возьми цветы, что я тебе нарвал букет. Я буду долго гнать велосипед. Когда мы приехали в Исламабад, нас ждало небольшое разочарование, потому что все закрыто. То есть торговый центр, в котором мы собирались побродить, он закрыт до 3 часов дня в связи с праздником. А с 11 утра до 3 часов дня ждать как-то вообще не вариант. Поэтому мы срочно вызвали нашего водителя, который будет забирать машину у нас в Файзалабаде. Сейчас он сидит вот позади меня, что-то там плюет, харкается, мусор в окно кидает. В общем, стандартный, классический, типичный пакистанец. Вот, и поэтому сейчас мы держим путь в Файзалабад. Это почти 4 часа пути, 300 с лишним километров. Там мы попробуем посетить другой торговый центр, после чего нас ждет ужин, надо сдать машину. Водитель нам какую-то херню под педаль приклеил, сейчас спросит. What is it? Show me. What is it? Show me, I won't see. What is it? What is it? Is it smoke? For what? Что это такое? Что, он его сожрал? Да. Ну это гаш. Нахера он под педаль приклеил? Блять, он что, реально гашиш прячется под нашей педалью? Я в этом разбираюсь, блядь. Это уверен? Тогда это вторая, он одну уже приклеивал. А зачем он его в рот положил? Я подозревал, что... Сожрал, чтобы ничего не доказали.
У нас точно больше ничего нет? Он наверняка вторую приклеил. На тебе салфетку, посмотри. Вот здесь как будто что-то есть, сейчас посмотрю. Вот какой интересный факт мы обнаружили. То, что водитель, который заберет в конце машину, едет сейчас позади меня, он под педалью прятал гашиш, реально плюшку гашиша. Это вообще охереть. То есть, если какой-то пост остановит нас, если, не дай бог, собака, она унюхает, это же... Я ему сказал, убирать нахер это, и вообще вот. И с нами едет наркоман пакистанский. Он взял ее сразу, засунул в рот, а дальше он отошел, и мы не знаем, что он с ней сделал. Сэр, мы говорим... Антон, выйди с той стороны. Газ, да? Ну, конечно. Запах, смотри. Не хочу его хотеть. Ростер? Где он? Где ты взял это? В машине. Где именно? Ну, в подлокотнике. В подлокотнике? Ну, просто он его пытался скинуть, короче. Вот мы нашли. Бери трубку, поговорим. Скажи, мы нашли, yes, что он спрятал? His, hidden, marijuana in the car, inside the car. Это не на свай, братан. Шатак. Я ему говорю. Yes, we found the piece of marijuana inside the car. We don't bring any drugs before our picking up of the car. Understand? SSU, ССЮ, да, блядь, ты что, ебаный, что ли, блядь, наркоту с собой возить? Блядь, что ли, блядь? Не надо. Пускай карман... Чтоб нас поймал, покажи, блядь, карманы, покажи, выверни, нахуй, все. Он не носит карманов, не-не-не. Я знаю, где у него было это все. Покажи, блядь, опа. Гашиш он, сука, здесь возит. Остальные карманы показывай. У него остальные больше нет, нету карманов. Сигареты открой, блядь, покажи. Он при нас отпечатку пачку. Смотри, сука, если найду. Понял, б***ь? Окей, сэр. Сука, получишь, б***ь, если найду. Блять, подставучий. Все закрыты торговые центры, поэтому мы уже в отеле. Нам до часу ночи здесь поспать, отдохнуть часов 5-4, потому что у нас в 4 утра вылет. Хайям, отель Файзалабад, вполне такой неплохой, даже сторговались чуть подешевле. Поэтому примерно вот на этом наши пакистанские приключения заканчиваются. Чуть-чуть позже мы дадим какую-то подводку, наше мнение про путешествие в Пакистане, какие-то советы вам на будущее, потому что, скорее всего, если вы смотрите это видео, вы наверняка собираетесь в Пакистан, либо вы просто любите путешествия, либо вы просто какие-то мои друзья. Вот. В общем, всем привет от меня из Пакистана. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обсуждайте. Много не материтесь, а то буду удалять. А можно и материться, но только если писать, что все заебись просто. Вот. Мы не прощаемся, мы еще сделаем подводку. А пока... Я буду отдыхать. Все, бросай камеру и дам отдыхать. Валяться. Вызвали мы таксишку. Убер здесь какой-то странный. Говорят, что он может иногда не работать, не срабатывать. Вот. Есть такое приложение, Сарим называется. Через него можно таксишку вызвать. И вот из центра города практически до аэропорта. Это вроде как должно стоить 600-700 местных тугриков. Сейчас посмотрим. Приложение вроде удобное, нормальное. Но первый у нас что-то отменился, потому что на английском не разговаривает по телефону, не понял нас. Вот, а второй, Мухаммад, везет нас. В аэропорту в Пакистане, в Файзалабаде, есть такая фигня, то что когда ты вылетаешь, ты должен заплатить еще какой-то аэропортовый сбор, то ли 220, то ли 2200, точно не могу сказать, не расслышал его цифру, но факт в том, что
Я пытался объяснить то, что аэропортовый сбор он включен в цену билета, за который мы уже заплатили. Это какой-то дебилизм. Так что будьте готовы, что нужно будет оставить немножко местных денег для того, чтобы при вылете из Пакистана платить еще аэропортовый сбор. Но я добился того, что нам дали посадочные билеты, и мы не платили его. Ну, как обычно, я небольшой скандалист такой. А так все, мы скоро летим, скоро будем в Москве. Для меня было, наверное, каким-то совершенно новым открытием, когда я узнал, то, что в Пакистане существует официально третий пол. Официально существует третий пол. И здесь, в этой стране, их называют хусрами. Такое непонятное слово, но вот это вот третий пол. В 2011 году официально Верховным судом Пакистана было узаконено понятие, такое понятие, как третий пол. Представьте себе, что в Пакистане, где настолько вот сильная вера ислама, настолько вот помешанные люди на религии, здесь, именно в этой стране, существует третий пол. И чем они занимаются? Очень многие занимаются танцами, потому что на этом они могут действительно хорошо заработать. Они выступают на свадьбах. То есть люди их воспринимают как шоу многих. Но мы даже днем, когда видим их, мы не поймем, что это они, потому что днем они торгуют мобильными телефонами, там просто занимаются какими-то обычными делами. А вечером все это сменяет губная помада и сари. И они превращаются вот в этих хусаров. Покидают свои семьи, им приходится уйти, потому что понятие ислама и шариата никак не поддерживает вот это вот развлечение. Но таким образом они выражают, наверное, себя и зарабатывают на этом деньги, как они говорят, что они зарабатывают на этом больше, чем на простой работе. Я это никак не поддерживаю. Я когда узнал это, я был просто в шоке. Это для меня это просто. Как это называется, когда гомосеков не любишь? Как это называется? Гомофоб ты. Я гомофоб. Я гомофоб полнейший, вот просто. Если ты смотришь сейчас мой блог, выключи и не смотри. Не для тебя я его снимаю. Понятно? Я гомофоб. Я ненавижу. Третий пол в Пакистане. Это просто какой-то. Просто. Я в шоке. Третий пол в Пакистане. दिल का जुनू जो रगों से बहा है दिल आजमाया तो डरना लगा है दिल का जुनू. Мы, конечно, посетили много, уже несколько, так сказать, стран арабского мира, и, наверное, вот на Пакистане сделали жесткий акцент, то есть жестко ощутили тот момент, что обращение с женщинами, ну, некорректное. Это нет, знаешь, наверное, мое мнение другое, что религия в этом конкретном случае с Пакистаном, она оказывает очень сильное негативное влияние на всю жизнь и прочее. То есть люди, с которыми мы беседовали на улице, с которыми мы общались, они говорят, что мы, мужчины, главные, мы короли этого мира, а женщины так, домохозяйки. Ну просто это реально получается потребительское отношение к женщинам. То есть они прямо вот так откровенно говорят, что как. Я задал вопрос, кто есть женщина в вашей жизни и мужчина. Мужчина делает все, а женщина может только хаус-кипер. Да, это... то есть это что? Уборка, готовка, обслуживание мужа, конечно, куда же без этого. И все эти... В нормальной жизни можно тоже как бы... Ну ладно, это мы как-то слишком глубоко ударились. Да, это мы ударились в религию. На религии, конечно, повернута страна, жестко повернута. Это дело каждого, мы никому не говорим там отказаться или что. Но... Да, но при всем при этом мы узнали вот буквально недавно про трансгендеров, про вот этих товарищей, которые днем мужчины, вечером женщины и прочее. Когда мы первый раз увидели в Исламабаде, мы были в таком шоке, свернули голову. Да, мы не просто как бы узнали, мы видели реально этих пи***ов. Это вот у меня слово уже просто не может меня покинуть. Мы увидели этих пи***ов. Там мы увидели, блядь, этих сосущихся дв**ов в кинотеатре, которые просто, блядь, что вытворяют. Это, ну, и это официально с 2011 года, это признано официальным третьим полом. Это меня поразило. Мне понравились горы, потому что в горах были, ну, красивые пейзажи, особенно на обратной дороге из Гилгита, когда мы ехали. Действительно интересные, красивые пейзажи.
В горах мне показались люди более приятными, более дружелюбными, нежели в городе. То есть они все с удовольствием фотографировались, реагировали очень хорошо в городе, как бы, ну, город он чаще такой, я не знаю, более закрытый, наверное, чем. Но с другой стороны, даже если мы берем людей приятных, хороших, интересных в горах, это никак не отменяет их отвратительно, если назвать другим словом, вождение. Ну вот, что еще мне очень не понравилось, очень жесткий момент, каждый хочет на***ть. Если я запикаю это слово, которое сейчас было, то я скажу, каждый хочет обмануть. Каждый пытается просто везде не додать сдачи, обсчитать, взять за что-то лишнее. То есть в отеле с утра сказать, у вас по 1000 больше, потому что кондиционер был. Хочет сказать, каждый пытается там залечить тебе, что еще 250 ты должен за воду. Или как уже не был случай, буквально пару часов назад ему отчитывает чувак сдачу, потом типа Женя не видел, откидывает 200, говорит, вот тебе. Как будто скинул бы на дурака, кассу, да, деньги. Не просто заметишь. Пытаются, если белые, то пытаются обмануть, сделать на этом деньги. Это неприятный момент. И еще Пакистан такая страна, которая уделяет кипер внимание, кипер. Мы были в Иране, мы были в Арабские Эмираты, Катар. Очень много арабских стран, которые, ну, нормально, лояльно, вполне относятся к белым туристам. А Пакистан кипер внимание, гиперактивное внимание. Если вы не любите внимание, вы просто охренеете здесь от внимания. Потому что каждый будет увязываться за вами, ходить, спрашивать, пытаться разговаривать. Это было сложно, это было иногда напряжно. То есть где-то мы увидели схожие моменты с Алжиром. Нас напрягали сопровождающие жандармы, пока я не послал их, пока я действительно не смог отвязаться от них. Но, тем не менее, это была колоритная поездка. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте, мы это любим. Ради этого мы и стараемся. Мы будем ездить в еще более интересные страны и делать для вас интересный, классный контент. На этом все. Мы через 5 минут вылетаем, под дождем. И скоро нас ждет любимая Москва. Москва, встречай нас.